Так, ну получается заряжен на 100%. Теперь будем проверять банки. Плотность жидкости. В норме. Теперь здесь проверяем. Тут нужно будет немного заменить. Первая банка. Норма. Здесь. Чуть-чуть подлить. Здесь норма. Здесь. Норма. В двух банках надо будет чуть-чуть поправить. Ну вот, с уровнем поправили. Теперь тест. Но если чуть-чуть сильнее нажать контакт, так. В принципе, если зажимать крокодилы еще сильнее, у меня доходило до 64. Вот 64,7 ампер часов. Ну и это при условии, что у нас где-то здесь 77 ампер часов должно быть в новом. Думаю, это неплохо. Можно закручивать и отдавать.